существовании геокешинга в принципе я узнал накануне, часов в 10 вечера, общаясь с комрадами на региональном форуме. Посмотрел промо-ролик МД региона, снят он был здорово, и я его зачем-то показал дочи, подростку 14 лет. Человек она оказалась авантюрной, легкий на подъем, и начала меня уговаривать, что мы обязательно должны найти этот жетон. Дело дошло до того, что она готова была выехать прямо сегодня в ночь, чтобы оказаться на месте первым. Однако мне удалось уговорить ее отложить поездку, хоть немного поспать, и в 5 утра мы выдвинулись из города в поисках счастливого жетона. Вот он, этот авантюрист-кладоискатель, который заманил меня в этот бус. Сроду бы я не поехал. Ну что, пробуем? Я не думаю, что они куда-то забирались. Глубоко, ну. Вот, смотри. Но это не это место. Это... Ну, ты видишь, что это выкопано. Кто-то уже здесь был. А что, я его не снимал? Нет, это не то дерево. Но похоже. Ты видал, что творится? Уже вчера здесь кто-то побывал. А вот они! Меня ребенок сблатовал вчера в 11 вечера. Мне тоже вечером только позвонили, говорит, что ты поедешь. Я даже не знал. Саня. Степан. И что, как успехи? Да никак. Саша. Ты нашел две березы эти. А здесь выкопали? Ну, я тут уже бегал с утра. Там... Время начала 7-го только. Ощущение такое, что мы уже сутки тут бродим. Уже капец, все тут исходили вокруг. Центра области, в которой заложен жетон. Может он быть на том, на той стороне? Нет, конечно. Почему? То есть это центр области. Вот он, центр области. Он как там может быть, так и там. Другой вопрос, что... А, я думала, ты меня сейчас продиктуешь. И это был вопрос. Двое отважных парней на семерке. И команда кладоискателей. В лице главного авантюриста сезона. Лапкой помахала. Обошли весь этот чертов лес вдоль и поперек. Да клевый лес. Да лес-то клевый, только нифига не нашли. И тут нас осенило. А может быть на другой стороне. Может, все-таки пойдешь в машину, кладоискатель? Да думаю, поди ты устала. Сама затеяла. И сама устала. Ну нет, не похоже. Не похоже. И папоротника нет. Ты как? Иди в машину. Что с комарами-то? Вот он, этот лес, 100 пудов. Сейчас дойдем прям с краю. Как раз и солнышко-то ему в лицо фигачило с этой стороны. Эх, как сказал Шарик, ничего я раньше не догадался про склад. Ага. Шли-шли, почти дошли. Ой, и дальше не пойдем. Залезай. Стой, сейчас я спрыгну. И тебе помогу. Давай, руку.
Ты точно не замерзла? Я переживаю за тебя. Че, думаешь, мои предположения ошибочны? Проходи. А вон под березовик, смотри. Или это масленок? Кто ты? Неизвестный гриб. Под березовик. Или желчный. Брать не будем. Куда? Вы сейчас вот сосенки, лизуш. Давай. 50 метров осталось. Хочешь тут постой. Наоборот, посмотрите на это счастливое лицо. Я бы с удовольствием сделал вид, что, ну как, сейчас бы постановочную такую сделали сценку, что вот мы ехали-ехали, подъехали, и раз, и нашли. Ну честно, без включенной камеры это произошло, поэтому, ну именно здесь, чтобы не было сомнений, вот он 40 и щит. А вот это дерево, вот одна березка, вот сосенка. А вот эти два дерева в кадр не попали. Вот так это снималось. Я не знаю, камера широкоугольная, наверное, она по-другому снимает. И это действительно находится на определенном расстоянии от той самой точки. Только та самая точка вон там, за железной дорогой. Время, ребята, 12:05. С 6 утра мы сегодня с дочей совершаем подвиг. И вот он. Я сейчас камеру переключу. Но мотор оборвался, честно, ребята. В общем, я сейчас до конца раскапываю. Ни лопата не понадобится, не понадобилось ничего, потому что прикопано было, даже в видео было видно, что прикопано было совсем чуть-чуть. У меня такой мандраж, как будто я миллион выиграл. Вот он этот... Соединение со спутниками потеряно. Да и шут с ними, со спутниками уже. Вот он этот пакетик. Ты закрываешь ту камеру. Да и ладно, та камера, мы потом смонтируем. А вот он этот счастливый ребенок. И вот этот прибор, который, кстати, тоже в МД-регионе куплен. И катушка вот эта Шторм, она тоже куплена в МД-регионе. Это как бы такая бесплатная реклама сейчас была, да? Или платная, наоборот. Открывай. Блин, все падает. Эх, но ты. Роняю. Как тщательно упакован. Сейчас. Пам-пам. Номер какой у него? Понятия не имею. Ну ты прочитай, там должно быть написано. 2016. Мне, блин, аж руки трясутся. 0022. 0022, это, видимо, регион 22. Ребята, это просто праздник какой-то. Ну, в общем, что? МД региону спасибо. Это реально. Мы сделали это. Играйте, выигрывайте. Супер, мне очень понравилось. Крутяк. Все, счастливо всем. Я думаю, что не последний раз. И повезет каждому. Дождь еще, елки-палки. Вы посмотрите, мы мокрые, как цуцики. У меня дочь трясется. Дождь, считай, уже часов, я не знаю, с 9 как зарядил. И последние полтора часа она уже из машины не выходит. Ладно, ямку закапываем, как, собственно, и было нам велено. Вещали. Как, собственно, мы всегда и делаем. Вот. Пакетик забираем с собой, мусор не будем оставлять. Все, всем пока-пока, помаши ручкой. Пока.
дай. Блин, круто. Офигеть. Да?